Строительство детского сада на 400 мест в Трехгорке продолжается. Новый социальный объект появится на улице Кутузовская. Сейчас на стройплощадке заливают цокольную часть фундаментной плиты, стены и колонны. Работы здесь начались 29 апреля. Ход строительства вместе с депутатами и жителями проинспектировал глава муниципалитета Андрей Иванов. Что по графику? Отстаем где-то? Отставаний нет? По графику в целом нагонят. У нас есть отставание от проекта организации строительства, но это условно с июля до августа такой небольшой период. К 1 сентября детский садик, я думаю, точно будет открыт. Сейчас нагоняют. Вот за последний месяц, на 2 недели уже нагнали отставание, я имею в виду. На данном этапе строительная готовность дошкольного учреждения составляет 5%. На месте сейчас трудятся 48 рабочих и 8 единиц техники. Скоро будут подводить коммуникации. На этот год мы планируем выйти уже полностью на каркас монолитный, выполнить наружные сети, вынос сетей наружных. Это по теплоснабжению, по канализации и по дренажной системе сделать. Сбоев и отставаний по графику нет, подчеркнул Андрей Иванов. Новый детский сад Трехгорки откроют в сентябре 2023 года. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».